Наша Даша. Ух ты, что это за мелькающая птица? Это ворон-исчезун, загадка волшебной природы. Раньше он так близко не подлетал, так что главное теперь не шуметь. Сдавайся, чудище! Тебе от героя не уйти! Вы не могли бы совершать свои подвиги подальше от моих наблюдений? От этого зависит судьба важнейшего исследования. Даша, давай с нами! Чур, я с вами. И мы. Ну вот, из-за вас мое исследование улетело. Зато почта прилетела. Ой, Даш, а что там? Приглашение в особую школу для волшебников с выдающейся успеваемостью. Но ты ведь от нас не уедешь? Уеду, и никто больше не будет отвлекать меня от науки. Метла, явись, не запылись, сама в избушке приберись. И это не работает. Какое же там было заклинание? Давненько я им не пользовалась. Ну, не грусти, милая. Есть у Кощея одна книга по домоводству. Там для любой уборки заклинания найдутся. Мы тебя ух как приберем. А заодно узнаю, чего они там на уроках изучают. Только сначала надо как-то в школу попасть. Чисто внешне-то я не совсем царевна. Но могу ей стать. Чудо варево густое, замени одним другое. Я царевна, ты ига. Поменялись и пока. Что со мной? Это проделки Яги. Меня ж теперь в школу не пустят. Даша, ты что, правда от нас уедешь? Уеду? Вот еще, я ж тут недавно. В смысле, я надолго? Добрый день, дорогие ученики. Тема сегодняшнего урока – разворотное заклинание. Потребуется два добровольца. Кощей Кощеич, можно мне развернуться? И мне. Отворот, поворот. Ну, кто может повторить? Отворот? Поворот! Подруги так не поступают! Осторожнее, Даша! Смотрите, Яга! Что это она задумала? Сейчас я с этой злодейкой разберусь. Отворот, поворот! Отличное усвоение материала. Видала, как я ее? Отворот, поворот! Отворот, поворот! Отворот, поворот. Сегодня мы успешно отразили несколько попыток Яги проникнуть в нашу школу. Так что прошу вас, Арчи, постойте этой ночью в дозоре. Слушай, а тебя в этом тысячелетии прибирали? Есть предложение. Я тебя приберу, а ты мне кое в чем поможешь. Спасибо, избушечка. Мы в расчете. В школу я пробралась. Теперь надо найти книгу антизаклинаний. Вот она. Так, не то, не то. Злые чары кыш долой, возвращаю облик свой. Злые чары кыш долой, возвращаю облик свой. Ура! Все получилось! Мне бы пару заклинаний найти от загрязнения помещений. И чего тебе в лесу не сиделось? В лесу волшебству не учат! Что тут происходит? Это все Яга! Она в меня превратилась! Я настоящая Даша, я знаю, что сегодня на уроке была, а она нет! И что же там было? Отворотное заклинание. Превращаться в моих учениц — это уже слишком. Придется отправить тебя в такое место, откуда ты не сможешь мешать учебному процессу. На Луну! Сдавайся, кто бы ты ни был. А я
я-то думала, чего это Дашу как будто подменили. А ну, признавайтесь, кто тут из вас настоящая? Ай! Василиса! Ай! Держись! Держись! Ай! Не думала, что на Луне растут деревья. Даш, ты уж извини, что мы твоим исследованиям мешали. Но как ты узнала, что я настоящая? Только наша Даша бросится спасать подругу. Вы тоже на Луну прилетели? Это не Луна, это наш лес. Я просто Ягу припугнуть хотел. Кстати, насчет Яги. Отворот-поворот. А на Луне-то и ничего. Останусь пока здесь. Даша, это же твое приглашение в особую школу. Наша школа и есть самая особая. Ведь в ней лучшие друзья и самые хорошие учителя. Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал. Лягушачий камень. Только не открывай, да я догадаюсь, что там внутри. Там дерьмовочка, которая оказалась твоей троюродной сестрой. Нет, там мальчик с пальчик. Давай посмотрим скорее. Да нет там никаких мальчиков. Надеюсь, наших мальчиков тут тоже нет. Вот. Бабушкино кольцо с лягушачьим камнем. Красота неописуемая. Да, и волшебство неплохое. Достаточно дотронуться, чтобы превратиться в лягушку. Ква! Вторым касанием принимаешь свой обычный облик. Волшебно! По нашей лесоводской традиции его можно надевать только в день всех болот. Но я его теперь решила носить постоянно. С тех пор, как приехали мальчики, я стала нервничать. А когда я волнуюсь, могу превратиться в лягушку. Нечаянно, в самый неподходящий момент. Ой, вот опять... Знаешь, каково это? Не знать, кем ты сейчас окажешься. Подумаешь, в лягушку пару раз превратилась. Зато они прыгучие, и квакучие, и нырячие. Вечно ты делаешь из мухи лягушку, то есть слона. Ты просто не знаешь, каково это быть лягушкой. И квакнуть не успеешь, как с тобой что-нибудь случится. А потом еще все смеяться будут. Сдавайся, чудище, или превращу тебя в жабу. Мальчишки, прячемся скорее, а то я начинаю волноваться. Спокойно, никаких пряток. Я знаю, что делать. Ты сейчас же покажешься им в виде лягушки и поймешь, что бояться нечего. Ничего ты не поняла, Варька. Василиса, погоди! А почему тут все такое большое? Я, наверное, до кольца дотронулась. Значит, я теперь... Лягушка! Смотри, Ливан! Смотри, у нее корона. Спорим, это дочка Водянова. Мое почтение. Ой. Слушай, у нас в Эльдорадо лягушки были веселые и обожали всякие соревнования. А дивногорские какие-то вялые. Я их понимаю, скучают целыми днями. Давай им гонки устроим. Отличная идея. Эта в короне точно всех победит. Буду болеть за нее. Вообще-то я царевна... Так что я вас в два прыжка обскочу, а потом найду свою подругу и расскажу ей, как классно быть лягушкой. Так что учитесь у меня, пока можете. На старт! Внимание! Ква! А ну давайте заново! Я совсем не так хотела прыгнуть. Перепрыгиваем! Ква-ква! Ква-ква-ква! Ква-ква-ква! И как Василиса так здорово прыгает! Это же очень сложно! Все, допрыгалась. Наверное, дочка Водянова лучше плавает, чем скачет. Может, повторим? Ну уж нет. Мне некогда. Меня Василиса ждет. А вам повезло, что я не в форме. Ква-ква! Варя! Варя! Ты где, а? Варь, извини меня. Я просто испугалась. Василиса! Василисушка! Я здесь, внизу! Меня тоже никто не понимает. Я им квакала, квакала, а они... Добро пожаловать на дивногорские авиалинии. Следующая остановка – пруд у моей избушки. Может, хоть минутка пройти, чтобы меня никто никуда не тащил? Теперь понятно, почему лягушки все время в болоте прячутся.
тут жить. В тесноте, да не в обиде. Мой собственный пруд с фонтаном. Он, правда, ломается все время. Но зато пруд надежно заколдован. Из него не сбежать. Так что будете по вечерам мне концерты давать. Фу ты, опять сломался. И чтобы чисто петь, многоголосием. Фальши не потерплю. Раз нельзя выпрыгнуть, придется выпасть. Так, подруги, нам пора скакать отсюда. С Егой мы точно не споемся. Прыгай, как я. Налево, направо. Ну, что сидите? Давайте, ква-ква. Да что ж такое? Эй! Куда же вы? Подожди! 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 Оставайся! Будешь у меня сольно выступать! Я тебе звездой сделаю! Осторожней! Берегись! Эй, ты чего? Совсем летать не умеешь? Ого, летающая лягушка! Да это ж наша, Короне! Лягушка-летяга! Василиса! Я уже лечу! Прыжки в воду с вороной! Надо будет включить в соревнования! Спасите! Катастрофа! Тону! Варя, Варя, держись! Василисушка, со мной столько всего случилось! Сначала соревнования, я их почти выиграла. Потом мой сольный концерт отменили, так как мы из корзинки сбежали. Ну а в конце этот ворон совсем летать не умеет. Погоди, погоди, я вообще ничего не понимаю. Зато я теперь понимаю. Быть лягушкой очень трудно. Ты уж прости, что я тебе не верила. Конечно, прощаю, подруга. Ква? Ква. Только теперь меня мальчишки засмеют. Ой, сначала глупо прыгала, потом в воду свалилась. Тогда пусть над нами обеими смеются. Когда рядом настоящая подруга, это не страшно. О, это было очень круто. А нас научите? Пожалуйста. Я черновора не летаю. А я ныряю с ворона солдатиком. Варя, еще раз. Это прыжки в длину, а не в высоту. Ты лягушка, а не кузнечик. Мальчики, скачите осторожнее. Главное не победа, а ничего не сломать. На старт! Внимание! Давай! Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал. Шкатулка воспоминаний. Девочки, опа, полюбуйтесь. Что это? Это ткацкий станок? Это машина времени. Почти угадала, но не совсем. Так, профессор, посмотрите, что тут у меня. Это музыкальная шкатулка воспоминаний. Какая красота! Мы делали такие, когда я сам был учеником. Только взгляну и сразу вспомню наши школьные годы. Вот бы и нам такие сделать. Лучший в мире школьный сувенир. Девочки, так мы именно для этого и привезли сюда этот аппарат. Да, смотрите. Вы поднимаетесь на эту площадку. Красивые, нарядные. И желательно придумать что-нибудь оригинальное. Что бы нам сделать эдакого, чтобы запомнить на всю жизнь? А может, все подпрыгнем? Встанем по росту. Встанем по росту и подпрыгнем. Может быть. Главное ведь показать себя с наилучшей стороны. С наилучшей стороны. Так, где же это? А, вот! Вам понадобится одуванчик необыкновенный, молочный цветок и радужные ягоды. Чем ярче волосы, тем ярче воспоминания. Одуванчик обыкновенный, одуванчик необыкновенный, молочный цветок. Так, несколько капелек. Радужные ягоды. Угу. Пусть украсят волосы радужные полосы. Утром проснусь с цветными волосами. Почему они стали зеленые? И
за меня шкатулка получится некрасивой. Не больше одной ягоды, а я кинула две. Избавиться от побочных эффектов вам поможет дерево-отшельник. Так, ничего не трогать руками. Понятно. Я должна отправиться туда. Это мой шанс все исправить. Василиса, пора вставать. Василиса, девочки. Смотрите, похоже, Василиса куда-то собралась. Видите? Заколдованная чаща. Что бы она ни задумала, кажется, Василиса в опасности. Самое главное, ничего не трогать руками. И ногами тоже. Ой, спасибо. Извините. Извините, я очень аккуратно. Спасибо. Вот оно. Да-да, я знаю, что в заколдованной чаще ничего нельзя трогать руками. Но мне нужна всего одна шишечка. Неужели вы не можете сделать для меня исключение? Все пропало. Я так и останусь зеленой, и у нас не будет школьного сувенира. Девочки, кто-нибудь хочет малины? Смотрите, какая красивая. Соня, здесь ничего нельзя трогать. Написано же было. Помогите! Столько шума из-за одной ягоды! Соня! Сказано было не трогать. Значит, не надо трогать. Бежим! Девочки, я должна вернуться. Мне шишку нужно взять. Василиса, даже не думай, мы тебя не отпустим. А кстати, почему ты такая зеленая? Так в этом все дело. Я хотела сделать себе разноцветные волосы. Сувенир же должен быть потрясающим на всю жизнь. А волосы получились совсем не потрясающие. Вот я и пошла в лес, чтобы все исправить. А мы испугались и побежали тебя спасать. Да, а в результате ты спасла нас. Смешно получилось. Да, жалко только, что я шишку не успела взять. Не расстраивайся, зато у нас осталась наша дружба. Подумаешь, какая это шкатулка. Я, может, открытки больше люблю. Девочки, спасибо вам. Не переживай, с волосами тоже что-нибудь придумаем. Даша, хватит! Сонь, не вмешивайся! Даша знает, что делает. Вот, держи. Думаю, все получится. Только оно не сразу подействует. А вдруг станет только хуже? Вдруг я навсегда останусь зеленой? Тогда и я буду зеленой. И я. Мне даже иногда снится, что у меня волосы зеленые. Значит, все будем зелененькие. Знаете, как весело будет играть в прятки в кустах? Ну, а мне-то дайте! Теперь бежим! А вот и наши царевны. Вижу, вижу, придумали что-то интересное. По крайней мере, Василиса точно. Ну что, готовы? Господин директор, девочки, когда же вы успели сделать себе такие яркие прически? Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. Волшебная мастерская. Эй, ну послушай, я просто не пойму, и в кого ты такая обидчивая? Вот когда 5 лет назад ты мне на ногу наступила, я же вообще ничего, ни словечка, ни звука, сразу и простила тебя, помнишь? Воздух, земля, огонь, вода. Так, теперь нужно... А! Элементарно. А я научилась красить воздух, земля. Вы
объясните мне, для чего это вообще? Натащили из подвала всякий хлам, и теперь давай, чини. Мы что, готовимся открыть ремонтную мастерскую? А мне нравится. Еще чуть-чуть, и у нас будет замечательный ковшик. Угу. Поздравляю всех вас с ковшиком. Ты злишься, потому что сама починить ничего не можешь. Кто, я? Да просто жалко время на это тратить. Кстати, профессор сказал, что это задание факультативное. Хоп! Кто хочет, делает, а кто не хочет... В общем, я пошла. Игры на свежем воздухе. Рекомендую. Будет желание, присоединяйтесь. Ну что, так никто и не выйдет, что ли? Ну и ладно. Эй, ну все, все. Мир, приношу тебе свои... О, а что, если совместить удар с заклинанием? И как это я раньше не догадалась? Только бы вот заклинание вспомнить. Стрелой улетаешь, чего-то там задеваешь, что ли? Ой, как я этого не люблю! Наверное, облака задеваешь. Попробуем. Хопа! Ух ты! Все из-за твоих глупых обид. Сидела бы дома, и труба на месте бы осталась. А я ведь только сказать собиралась. Уже почти сказала. Извинилась почти. Ну ладно, чего ты? Сейчас починим твою трубу. Я вообще-то самая крутая тут по своей волшебности. Ой. Что же это? Так я не то заклинание, наверное. Сейчас, погоди. Видать, процесс не тот запустила. А как остановить? Как теперь остановить-то? Избушка миленькая, не уменьшайся больше. Сейчас, погоди. Я скоро. Что это с ней такое? Ее скоро можно будет в детский садик отвезти. Это я, что ли? Мяч попал в трубу, а в трубе у нее что-то важное, наверное. Вот она и уменьшилась. Понимаешь, у меня же колдовство носит характер этот, как бы сказать... Разрушительный. Да, а вот это, как его... Созидательное. Да, вот нет его, и все тут. Помоги, Кощей, по старой дружбе. Это когда ты мне подругой была? Ну, лет 200 назад, не помнишь, что ли? Я была такой милой белокурой девочкой. Кощеюшка, спешить нужно, а то она исчезнет. Обещаю не делать пакости. Неделю. Нет, месяц. Хорошо, два. Варь, что случилось? Я там сильно навредила, короче. Заклинание неправильно сказала и у избушки трубу мечом снесла. А из-за этого она уменьшаться стала. Сильно? Угу. Вообще странно. При чем здесь труба? Может, у нее там что-то очень важное? Ну, ты скажешь. Девочки, я... Мне ее очень жалко. Она скоро вот так усенькая станет. Как помочь ей? Да просто! Мы же как раз сегодня ремонтом всяким занимались. Точно! Задание. Где же оно? А, вот! Так. И заклинание. Девочки, поможете? Конечно! Бежим! Ой, ничего себе! Здравствуйте! Вы не переживайте. Быстрее, за дело! Так, левее. Вот так, закрепляй скорее. Варя, давай, у тебя получится. Воздух, земля, огонь, вода. Силы волшебные с ними всегда. Ура! Варька молодец. Ну что, пробуем? Ну же, расти. Это я виновата. Простите, пожалуйста, что я вашу трубу испортила. Мы ее починили, но... Вообще-то, это она сама ее сломала. Как это? Ох, как я этого не люблю. Ну и чего? Довольна теперь? Вот так это было. Девочки, вы молодцы. Я был уверен, что вы починили бы трубу
В любом случае. Ну да, тем более вот у нас факультатив был как раз, ну, по этой теме. Починка там всякая. Вот-вот, я про это и говорю. Да, но ведь не помогло. Избушка все равно маленькая. А это уже по другой причине. О, выручил. Спасибо. Ну, нам пора. Избушка, давай домой. Про обещание-то не забудь. А я пальцы крестиком держала. Ой! Неисправимо. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. Небесный бадминтон. Оп! А так? Ну, Варя! Обиденье! Профитроли! Это самое лучшее слово с тех пор, как я услышала слово «штрудель». Вкусно! Девочки, помогите найти баланчик! Я так сильно ударила, что он улетел куда-то. Главный метатель валанов неизвестно куда. Ой, смотрите, это же метла Бабы-Яги. Девочки, пойдемте-ка лучше отсюда. Или мы можем взять метлу и полетать. Варя, нет, это же чужое. И я даже не притронусь ни к чему, что принадлежит этой Яге. И вам не советую. Ну и не советуй, а я пока полетаю. Варя! Да что вы такие зануды? Как эта штука работает? Метла, метла, лети в поля! А? Нет, что-то не очень. Метла, лети в леса! Ха-ха-ха! Да подождите, вы сейчас придумаем. А, вот же! Я Баба-Яга! Не думала, что скажу это! Но я завидую Бабе-Яге! Варя-Яга! Кто следующий? Я следующий! Никто! Мы положим метлу на место и уйдем. И я хочу! Даша, попробуй тоже! Ну что ты? Ну как вы не понимаете? Нельзя брать чужие вещи, особенно Яги. Что вы к человеку пристали? Даша ведь высоты боится. Уже не боюсь. Но садиться на чужую метлу? Ладно, только разочек. Метла! Метелочка! Ты где? Ку-ку! Вообще-то здорово. Кто теперь? Подожди-ка. А что, если попробовать так? Есть! Ого! Ого! У нас теперь две метлы! Три! Четыре! Пять! Берите ракетки! Давайте играть в полете! В небесный бадминтон? Ну, куда ты сбежала от меня? Ну, рассердилась я. Бывает. Эй, ну где ты? Не прячься! Соня, отбивай! Хорошо! Перехват! Оп! А вот так! Ох, вы злодейки! Давай! Хотите полетать, значит? Сейчас полетаем! Стоп! У меня же была одна метла! Не пять! Ладно, пять еще лучше! А теперь высший пилотаж! Красота! Не поняла. Кто разрешил? Вот здесь и еще здесь. Профессор,
Вы слышите? А? И кто кричал? Соня, что случилось? Метла! Яга! Баба! Ну почему я даже не послушала? Взяла чужую вещь! Ой-ой-ой! Я больше не буду! Вкуснотища какая! О, а почему только четыре? Будем искать пятую. Ой-ой-ой! Ай! Слишком быстро! Помогите! Кто-нибудь! Хватит! Тормозите! Пожалуйста! Да не могу я! И откуда их пять взялось? Это я! Копии сделала! Убирай их давай быстро! Мы сейчас с ними в открытый космос улетим! Чего застыло? А другие копии? А вы же меня вернете в школу? Да? Да верну я, верну! Тьфу ты! Да честное злодейское! Верну! Может быть, они куда-нибудь на деревья приземлились? Кощей, Кощеич! Варя унесла за облака, я не смогла ее догнать! Не волнуйся, мы найдем ее! Держите вашу Варю! Варя нашлась! Дарю! Ура! Мне ужасно стыдно! Да ладно! Никогда больше! Вкуснотищу вашу неси! На краю леса оставишь! Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Царевна-лягушка. Огонь! Разгорись! Защита! Растворись! Игла бессмертия, явись! Смерть Кощея, покажись! Девочки, не отвлекайтесь. Тема нашего урока – ваш волшебный талант. Можно я? Меня спросите? А я копии умею делать. А я морозить умею. Стоп, 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 стоп. К доске пойдет... Василиса, прошу вас. Давай, не бойся. Попробуем все вместе разобраться, каким скрытым волшебством обладает наша Василиса. Если у нее лягушачья фамилия, значит она... Подумаешь, лягушачья фамилия, это еще ничего не значит. Подожди. Василиса, да ты чего? А что я такого сказала? Да, как непросто с девочками. Ну что ж, встретимся после перерыва. Да что ж такое-то? Дверь этой пещеры никогда не откроется перед злым сердцем. Тьфу ты, какая старомодность. Где я вам доброе сердце возьму в наше время? Так, не то. Давай, давай.
держись, держись. Да нет в тебе ничего лягушачьего. Совершенно ничего. Лягушки вообще холодные, скользкие, с пупырышками. Фу! А ты очень красивая девочка. Красивая? А что тогда во мне волшебного? Волшебная красота. Вот и доброе сердце, как заказывали. Но вначале я стану одной из вас. А теперь за добрым сердцем. Мы что-нибудь придумаем. А я, между прочим, знаю, как волшебные способности поменять. Правда? Конечно, только чур больше никому. Я знаю тайную пещеру. Там хранится шкатулка, а в ней ключ к волшебным способностям. Бери любые, какие захочешь. Обморозительно, Дашка! Ты настоящая подруга! Да ладно, чего уж там. Пойдем. Даша, подожди, это же не мне надо. Василиса, ну что ты? Пойдем. Стану девочкой-мотыльком или нет? Птицей буду летать или нет? Может, лучше в цветок превращаться, а вдруг сорвут? О, как это сложно выбрать себе волшебные способности. Даш, ты чего? Пусть она открывает. Но это же мне нужно. Не сметь со мной спорить. Ладно, ладно. Девочки, не ссорьтесь. Это же яйцо с иголкой, а в ней бессмертие Кощея. Теперь я стану бессмертной, а Кощей нет. Дашка, ты чего? Откуда у тебя метла Лиги? Смерти утонула! Что же теперь будет с Кощеем? Нужно как-то достать эту иглу. А я не умею плавать. А я плавать умею. То есть, нет, то есть немножко, когда я... Что же делать? Какая красивая! Девочки, не думал, что вы у меня такие настоящие герои. И не побоялись ведь? Если бы не способность Василисы превращаться в... Ой. Да ладно, я же все-таки царевна-лягушка. Ну просто лягушки-то совсем некрасивые. А ты красивая, я же видела. Да, с такими ученицами мне бояться нечего. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал! Пятница, 13-е. Ну что, вроде спят. Все, ушли. Суженый, ряженый, приди ко мне. Стой, нам не просто суженый нужен, а принц. А на принца короной гадают. Смотрите. Зеркало, зеркало, отдам тебе корону. Покажи дворца окно, там, где милого лицо. Ну? Что-нибудь видно? А где принц-то? Видно что-нибудь. Сейчас, сейчас, куда вы так спешите? Ой, да понятно уже все с твоим принцем. Ой, девочки, это карты, что ли?
Откуда они у нас? Давайте лучше на картах гадать. Вам шах, господин директор. Шах? Да, действительно, опасное положение. Опасное. Я знаю отличное гадание на даму пик. Страшное. Зачем нам страшное? Нам же романтичное нужно. Что это она летает? Это что, такое гадание? Ой! Господин директор, уж полночь. Да-да-да, близится, а Германа все нет. Сейчас, профессор, сейчас, еще немного. Пока вы думаете, я, пожалуй, загляну еще раз к девочкам. Все-таки пятница 13-я. Хорошо. Где она? Куда-то делась? Только этого не хватало. Гадали, значит. А я вам что говорил? Ни в коем случае. А особенно сегодня, в пятницу. Куда делся профессор? И зеркало разбилось. Смотрите! Бедненький. Ты что? Вдруг зеркало тебя тоже втянет? Ничего не втянет. Оно же разбилось. Давайте сложим осколки, вдруг мы сможем освободить профессора. Быстрее, помогайте. Вот это сюда. А это сюда. Вот так. Ура! Получается. Профессор, давайте. Нет, что-то его не пускает. Видите, у него не хватает кусочка хвостика. Ой, точно, одного осколка не хватает. Быстрее, ищем осколок. А не надо вам ничего искать. Я уже все нашла. Баба-яга? Вот ваш осколочек, видите? Я знала. Я знала, что вы не станете слушаться взрослых и все сделаете по-своему. Пожалуйста, отпустите профессора. Сейчас. Зачем вам профессор? О, он мне совершенно не нужен. А нужна мне... Это ведь ты обещала отдать зеркалу свою корону. Зеркало, отдам тебе корону. Да. Вот и хорошо. Ты отдаешь корону, а я вам хвостик вашего любимого профессора. Ну как, пойдет? Ну как же, если я отдам корону, то я уже не буду царевной. Зато я стану царевной и буду править твоим царством. Думай. Времени до рассвета много, пока петух не прокукарякал. Варя. Волшебная карта. Превращай меня в царевну! Я настоящая царевна! Ла-ла-ла-ла-ла! Я настоящая царевна! Шу-биду-биду! Хватит! Отдавайте осколок! Осколок? Какой еще осколок? Все! Я полетела править своим царством! Что? Вы же обещали! Ой, а где моя метелка? Метелку забыла, представляете? Девочки, окружайте ее! Мы не должны выпустить ее отсюда! Что такое? Кукареку! Кукареку! Не может быть! Только недавно пробила полночь! Помогите! Так вам и надо! Мне не выбраться! Я навсегда останусь в карте! Отдавайте осколок! Вот! Заберите своего профессора! Только вытащите меня отсюда! Профессор! Все в порядке? Вы как? Мы так за вас испугались. Как вы себя чувствуете? Помогите! А у меня еще корона есть. Возьмите. Профессор, я же спасла вас. Варя, это был царский поступок. Я больше не буду. Кукареку. Петух-то не настоящий. Провели! Обманули! Профессор, что-то вы быстро как-то. Я даже не успел. У девочек все в порядке? Да, почти. А, ну, хорошо.
Вы знаете, мне нужно еще немного подумать. Конечно, господин директор. Ой. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. Колдуем вместе. Ну почему нужно просыпаться каждое утро? Я так не говорю. Варя, перестань хулиганить. Ты всем мешаешь. В сегодняшнем расписании время на веселье не запланировано. Ой, похоже на Дашку. Так, достаточно. Успокойтесь. Очень своевременное и точное замечание, Варя. Прошу прощения, Марлен. Это я так, ради веселья. Тогда тебе точно понравится сегодняшний урок. Он очень веселый. Мы будем изучать заклинание слияния. С его помощью две волшебницы могут объединить свою магию и наколдовать нечто неожиданное и забавное. Сейчас я разобью вас на пары. Вас пятеро, поэтому кому-то придется работать со мной. Только не это. Лучше тренироваться там, где вам никто не помешает. Ну, пойдем, напарница. А? Бе? Вспым? Что за вспым? Дурацкая книга. И зачем я ее украла? А ты молчи, тебя не спросили. Украла, значит, нужно было. Это же книга заклятий мудроземья. Ну, я так думаю. Ну и что, что прочесть не могу? Выучу их язык и... Вот же, вот! Она ведь из Мудроземья! Ну и зачем я буду учить их язык? Силу дружбе подчиним, волшебство объединим! Что это? Это жидкий лед. О, как вкусно! Ура! Мы заставили их танцевать! С тобою, вдвоем, заклятие. Ты как-то невыразительно читаешь. С тобою, вдвоем, заклятие прочтем. Угу. А говорили, будет весело. Что? Говорю, с тобою, вдвоем, заклятие прочтем, силу дружбе подчиним, волшебство объединим. Постой, надо вместе читать. Так и должно быть. Варя, почему ты превратилась в меня? Даша, ты чего? Это ты в меня превратилась? Мы поменялись телами. А как нам поменяться обратно? Даша, мне нужна твоя помощь. И нет, это не просьба. Стойте! Вернитесь! Даша! Варя, я спасу тебя! Вкусно! Здорово колдовать вместе. О, Варь, ты чего так несешься? У нас не получилось заклятие. Мы поменялись телами. А потом появилась Яга и схватила Варю. Она думала, что Варя – это я. Мы должны спасти ее. Варь, ты говоришь точь-в-точь, как Даша. Еще лучше, чем утром. Да я и есть Даша. Вот это розыгрыш! И как это у тебя получается? Очень талантливо. А где Марлен? Не, ну с Марлен у тебя не выйдет. Почему? Она же помнит, как ты утром Дашку передразнивала. И ее, кстати, тоже. Ты не Даша? Нет, я Варя! Варя, Варя! Ну вот что, хватит. Ты же из Мудроземья? Мне тут книгу одну старинную подарили. Уверена, что тут собраны отличные заклинания. Давай, переводи, что тут написано. Не буду. И вы меня не заставите. Неужели? Как это... Она ко мне прилипла. Переводи давай, тогда сниму заклятие. Стой, ты же порвешь ее. Ну что ж, не хочешь, заставим. После маленького заклятия щекотки кто угодно будет слушаться. Ура, ты пришла спасать меня. А ты что здесь делаешь? Из-за тебя отличное заклинание щекотки в метлу улетело. А книга-то вам зачем?
Смеешься? Сейчас я над вами посмеюсь. Видишь, молодец какая. Пообещала и смеется. Дашка, спасибо тебе. За что? Ну как? Не бросила меня, спасла. Ой, да ладно. А ты что, разве бросила бы? Ну, конечно же, нет. Даш, а что, в той книге и вправду были какие-то страшные заклятия? Это была книга анекдотов. И мы не помогли. Не поверили тебе. Отправили к бабе-яге в одиночку. Да уж, не очень веселое получилось занятие. А можно нам уже как-нибудь поменяться обратно? Да, конечно. Для этого нужно прочесть последнюю строчку заклинания наоборот. Попробуйте. Мини-деба овзбешлов, мини-чдоб ебжурт улис. Варя, Даша, вы овладели заклинанием на еще более сложном уровне. Поэтому за работу в паре ставлю вам отлично. Подождите, подождите. Не получилось. Я все еще Даша. Ну и лица у вас. Варька, хватит уже всех разыгрывать. Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал. Лесная прогулка. Сначала покажем им гнездовье синего ворона. Вот они удивятся. И угостим их самой сладкой малиной. Ага, облизывая пальцы, они не заметят, как окажутся на светлячковой полянке. А там выступление Василисы с большим лягушачьим хором. Надеюсь, вам понравится. Такое не может не понравиться. А то в школе они уже везде побывали. Причем по 10 раз. Осталось только проверить весь маршрут. Хочешь? Сливишня с ненавязчивой капризикой. Представляю вашему вниманию гнездовье синего ворона. А ворон, кажется, переехал. И гнездо с собой прихватил. Он еще и дерево прихватил. А ну, вернись! Ну и как тут гулять, когда деревья туда-сюда бегают? Странные следы для дерева. Корнями такие не оставить. Может, эти следы яга оставила? Что? У меня ножки маленькие и изящные. А ворон я вашего не брала. У меня сегодня выходной. Смотрите! Что там? Куст с малиной убегает. Куда вы понесли нашу малину? Нам ее еще мальчикам показывать. Ой. Кто бы это ни был, он явно разбирается в волшебстве и знает лучшие уголки нашего леса. Если так будет продолжаться, нам нечего будет показать Ливану и Васка. Значит, надо действовать. Соня и Василиса бегут спасать светлячковую полянку, а мы с Варей и Аленкой пруд. Светлячки улетели со скоростью света. Зато следы остались. Что ж это за ноги такие корявые? Руки, ноги, корневища? Ты в лесу его не сыщешь. Я знаю, кто это. Кто же это? Кто бы это ни был, пруд мы ему не отдадим. Царевны, вперед! Ветки прочь от нашего пруда! Болото. Хлюпаем назад. Какой скользкий тип. Ничего, мы тоже умеем скользить. Варя, огненный шар. Аленка, ледяная молния. Стойте! Это лесной дух. Он же леший, защитник деревьев и зверей. С ним все опытные лесоводы дружат. Он всегда пользу лесу приносит. Стойте здесь, а я с ним поговорю.
Только не подходи близко. А вдруг он ее съест? Здравствуй, друг наш, дух лесной. С нами ты, а мы с тобой. Дочь лесоводья? Василиса Дубравовна. Ну, допустим. Только почему Дубравовна? Ты со своими друзьями так видишь лесу? Вообще-то мы его спасали. От вас. От меня? Уж точно мы лесу не вредили. Костры не разводили, листву не сжигали. А это разве не ваше? Сливишневая с капризикой. Это и правда мы намусорили. Но неужели маленькие обертки могли навредить огромному лесу? По-моему, вы хотели прийти на экскурсию. Ну что ж, приходите, и я вам все расскажу. В лесу все живое связано между собой. Синий ворон любит спелую малину. А малине нужна чистая вода из ручья. Светлячки любят сырые места у ручейка. А ручеек вытекает из пруда. И если в него попадет обертка от конфеты, даже если это самая вкусная конфета на свете, ручеек может пересохнуть. И тогда светлячки начнут тускнеть, малина высохнет, и ворону тоже будет нечего есть. Поэтому-то я и перенес ворона к другому кусту. Малину к ручейку, а светлячков ближе к воде. Ну что, теперь вы все поняли? Да, да! Мы никогда больше не будем мусорить в лесу! Хорошо. А теперь у нас концерт. С удовольствием послушаю его вместе с вами. За рекою на опушке собрались вместе все подружки и грохот белый, салют яркий, хоть мы царевны, но хулиганки, и если спорить, то как фильм. Спасибо вам за концерт. Сообщите, когда будет следующий. И пока меня нет, пожалуйста, берегите лес. Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Страж удачи. 91, 92, 93, 94. Суня, что с тобой? Если через тебя пролетело привидение, от тебя отвернется удача. Это если ты веришь в удачу, а лично я в нее не верю. Не веришь в удачу? Ну, хотя бы в неудачу. И в неудачу тоже. Если выучишь все ответы, получишь отлично, без всякой удачи. А у нас в Эльдорадо говорят, если я набил мяч 505 раз, будет весь день вести. И я в это верю. 105, 106. Мы с Соней и без всякого везения вас в футбол обыграем. Да ладно? Угу. Во дворе, при свидетелях. Васка, смотри по сторонам. Не урони на меня вазу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А эти картины надежно висят? Кто-нибудь проверял на этой неделе? Я же заказывал профессорскую шапочку. Ну, так тоже неплохо. 132, 133. Ну вот, придется все заново. Там чудище рогатое. И это только начало дня, а мне уже так не везет.
Да это же профессор. И что? Если уж от профессора с утра такая тень, то что будет с нами к вечеру? Соня, ты так каждой тени пугаться будешь. Кажется, я знаю, как тебе помочь. Когда прочитаешь заклинание и соединишь половинки талисмана, появится дух-страж, который будет круглосуточно отгонять от тебя невезение, без перерыва на обед. Ладно, давай попробуем. На защиту страж явись, доверяю тебе жизнь. Ну вот, с таким защитником ты будешь в полной безопасности. Железная гарантия. Спасибо, Даша. Пятьсот четыре, 505! Есть день везения! Ха-ха! Победа будет наша! Это мы еще посмотрим. Причем прямо сейчас посмотрим, как я забью гол, не глядя. Вот что я называю чудо везучестью. Ай! Соня, больно вообще-то. Так это не я, это он. Это что получается? 3-2? Да еще и одет не по правилам. Не, мы так не договаривались. А если такая железяка еще и на ногу наступит, мало не покажется. Подожди пока тут и не мешай. Васка, давай еще раз. Что-то твой страж не сильно тебя слушается. В атаку на наши ворота пошел. А по-моему, лично на тебя. Стой, замри! Наверное, страж решил, что Васка хочет попасть мечом по мне. Может, тогда его отпустить, Соня? Просто раздели талисман. Разделить волшебный талисман? Это худшее из возможного. Тогда удачи вообще никогда не видать. Так, девочки, поскольку мяч теперь явно за вас, я им играть не буду. Остановите его! Страж! Фу! Место! Плохой страж! Хватит! Бежим в школу, там он нас не достанет. Устал? Сдулся? В мечи он мне чуть больше нравился. Васка, беги! Я его задержу! Разделять талисманы – плохая примета даже у нас в Эльдорадо. А тебе и так уже не везет. Я сам его разделю! Что за акробатический этюд с медведем? Васка, держись! Я тебя спасу! Ой, очень больно падаю! Васка, раздели талисман, пожалуйста! Ну вот, мои неприятности и начались. Ничего не начались. Все эти приметы про удачу и неудачу не работают. Вот ты набил мяч 500 раз, а все равно не повезло. Да, твой день сложно назвать удачным. И Соне страж одни неприятности принес. Угу. А все потому, что я его вызвала, чтобы он решал за меня мои проблемы. Но теперь со всеми неприятностями я буду справляться сама или с помощью друзей. Правильно, Соня. Волшебникам по долгу службы приходится верить в привидения, в заклинания, даже в Бабу-Ягу. Но только не в удачу. Привет, Арчи! Привет! Мы царевны! Подписывайся на наш канал! Волшебный.
День Снегури. Так, стол по плану сюда. Хотя нет, лучше сюда. Что у нас дальше по списку? Вечером я научу всех зажигательному зимнему танцу. Зимнему танцу. Летающих подарков в плане нет. Это от бабушки. Любой подарок. Как это? Любой? Именно. Я читала про такие. Любой подарок выполнит любое желание того, кто его откроет. Здорово. Можно пожелать все, что угодно. Самое красивое в мире платье. Или нет, 5 самых красивых в мире платьев. Лучше ручку-отличницу. Она сама за тебя всю домашку сделает. Или пижаму-невидимку. Никто тебя слишком рано не разбудит. А я всегда мечтала о ледяных туфельках. Или о волшебной шали. Она сколько угодно тянется, и ей можно укрыть всех друзей. Помечтали? А теперь за дело. Волшебные пряники. А у меня высокая кухня царства семи вершин. Рисовые звездочки с карамельной начинкой. Кощей-Кощеич, можно? А у вас еще остались открытки-летушки? Хочу позвать на праздник всех-всех наших друзей. Конечно, вот. Получивший такую открытку моментально окажется там, куда его пригласили. И, кстати, они очень неплохо летают. Лови, лови! Кощей, Кощеич, она куда-то пропала! Ничего не понимаю. Все у них наоборот. Зима летом, пикник на холоде. Интересно, а что Аленка все-таки выберет, когда откроет любой подарок? Любой подарок? И как такую вещь детям доверили? Загадают же ведь глупость какую-нибудь. Надо его спасти. И загадать что-нибудь дельное. Открытки-летушки, летите, подружки. Зовите скорей на елку гостей. В зимнем небе стая открыток. День Снегури наступает. Теперь ты в надежных руках. Баба-Яга! А ну стой! Отдавай любой подарок! Я бы любой другой не отдала. А уж этот любой, тем более. Что за праздник без погони? Поймала! Поймала, но не ягу! Летающая карамель? Ам. 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 Подарок утащила и угощение слопала! Пока! Даша, можешь направить стаю приглашений на ягу? Могу! Останьте! Хватит меня приглашать! Мой подарок! Ура! Да! Праздник спасен! Скорее в школу! А коврик-то, кажется, замерз. Ой-ой. Нам теперь до вечера обратно топать. И открытки сбились с пути. Молодцы. А знаете, чего... Где же ребята? И гости опаздывают. Да не волнуйтесь вы так. Гости скоро будут, а ребята, наверное, готовят Аленке... Аленка, мы здесь! Да вот же они. Мы летели за Егой, а потом коврик замерз. И мы такие, вжух! Было круто! Потом шли целый день. Зато вот, спасли любой подарок. Можешь загадывать свои туфельки. Ребята, главное, вы сами целы. А подарок я потом открою, когда гости придут. Гости? Но гости не придут. Мы все открытки на Ягу истратили. Мы хотели вернуться и сразу послать новые приглашения, но не успели. Значит, никто больше не придет? Кощей-Кощеич,
А любой подарок может исполнить любое при любое желание? Любое может. И при любое тоже. Ну, тогда я знаю, что загадать. Как думаешь, шаль? Нет, думаю, туфельки. Хочу, чтобы здесь сейчас же оказались все, кому я отправляла приглашение. Шестилапик! Сработало! Профессор! Прянички! Ура! Это будет лучший праздник в моей жизни! Можно подумать, вы мне не рады. Я по приглашению, между прочим. Ой, щекотно. С днем, Снегури! Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. Новенькие. Ух ты! Настоящий геройский портрет. Смотри, у меня такой же щит, как и у тебя. Оскорбление, уважаемый рыцарь. Обычно я этот щит сам вызываю, а тут он без спроса появился. Ой, сломался, что ли? Надеюсь, эти новенькие любят футбол. А я надеюсь, нет. Страшно даже подумать, что будет, если вы будете носиться втроем. Ну что ты, Даша? Мне они показались очень даже воспитанными. Ой, да уж, воспитанные. У нас, между прочим, со щитами по коридорам не бегают. Да этот щит сам появился, я не виноват. Ну и манеры. Я эту сон-траву месяц назад посадила. Когда она уже взойдет? Ты и вырастательную песенку пела? Да. А радугой поливала? Нет. Ой. Тут нужно землей поколдовать. В нашей деревне... Когда нужно было что-то вырастить, всегда меня звали. Ты точно знаешь, что делаешь? Волшебная трава — это тебе не картошку копать. Тут осторожно надо. Только не испорти там ничего. Аккуратней, пожалуйста. Ой! Эх ты! Я ее месяц выращивала. Помогите, пожалуйста, нам разобраться. Чего тут разбираться? Не надо было лезть, куда не просят. Стоять! Зачем ты это делаешь? Но это не я. Возможно. А как Ливан все объяснит? Я тоже не виноват. Герои не размахивают щитом без дела. А кто размахивает? Хулиганы? Я не хулиган, я герой. Будущий. Друзья мои, ну что вы, не ругайтесь. Очевидно, что происходит что-то загадочное. У кого-нибудь есть предположение? Может, на мальчиках заклятие? Что ж, возможно. Попробуем его обнаружить. Наш Егорка никогда не ошибается. Заклятия нет. Значит, они это все специально. Да мы просто помочь хотели. Ага, помощники. Да правда? Да-да, правда. Мы-то знаем, что вы это нарочно. Девочки, ну вы опять ругаетесь. Разве так можно? Нельзя никого обвинять, пока мы во всем не разобрались. Мы к директору, а вы живите дружно. Бе. Нам лучше подождать снаружи. Мы слишком опасны для этой школы. Думаешь? Да, видишь, ты так скоро всю школу разрушишь.
Как настоящие герои, мы должны спасти школу от самих себя и стать бродячими волшебниками. Точно. Скитаться в поисках подвигов. И ужина. И что? Вы говорите, их нигде нет? Мы с профессором обыскали всю школу, Кощей Кощеич. Мы должны немедленно их найти. Девочки, вы остаетесь здесь. А мне кажется, просто мальчики на нас обиделись. Ой, да глупости, чего им обижаться? Не знаю. Но что, если они из-за нас ушли? Давайте их поищем. Но нам же сказали оставаться здесь. А я думаю, мы должны их найти. Пошли. Варя, ну что? Я не нашла. И я не нашла. А, девочки, а кто малины хочет? Соня, мы что, за малиной сюда пришли? Ой, смотрите, камушек висит. Еще один. Соня, догоняй. Здесь камни какие-то летают. Сюда, скорее! Я нашла их. Что вы тут делаете? Ничего. Эй, ты чего? С кем ты там разговариваешь? Да тут девчонки прибежали. Давай руку! Героям помощь не нужна! А? Быстрее уходите, здесь опасно! Вы слышали? Уходите быстрее! Мы никуда не уйдем! Да. Извините нас! Мы были неправы! Давайте руку! Мы вас вытащим! Эй, Васка! Ладно, так и быть! Пусть вытаскивают! Спасибо. Это было очень геройски. Осторожно! О, смотрите! Мое волшебство снова работает! Это называется автоволшебство. Очень редкое явление. Такое происходит, если волшебник сильно расстраивается. И тогда его магические способности утрачивают свою настройку. Да, ведь они потеряли и школу, и друзей. Тот, кто хочешь, расстроится. Вот именно. А вы встретили их не очень-то гостеприимно. Кощей Кощеич, а это правда, что они в своей школе спали на деревьях? Да, совершенно верно. И мы попробуем их удивить. Вот, чувствуйте себя как дома. Обещаю отныне защищать Дивногорье, как свой дом. А я чёрт сплю на верхней ветке. Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал!